Тот случай, когда артисты без грима и костюмов, а музыканты оркестра без инструментов, но идут на работу как на праздник, с улыбками, под музыку, чтобы стать частью большого общероссийского и общеобластного субботника. В прошлом году в городе появилось новое общественное пространство – театральный сквер вокруг здания Щелковского театра на улице Краснознаменской. В нем порядок поддерживают специально обученные службы. Зимой логическим продолжением сквера стала асфальтированная дорожка, которую проложили от Ледовой арены до крупного массива жилых многоэтажек вдоль ручья Панери. Прилегающая к ней территория и стала объектом уборки. Надо сказать, что местные жители любили тут отдыхать и до благоустройства, но делали это далеко не всегда культурно. Вот за дело и взялись работники культуры, артисты театра во главе с главным режиссером, заслуженной артисткой Московской области Светланой Погодиной. А вместе с ними сотрудники управления делами и еще нескольких подразделений администрации городского округа Щелково. Очень большое расстояние, очень большой участок, и вручную его сделать. Ну, мы как можем уберем, конечно. Выданных для уборки мешков едва хватило, чтобы собрать весь так называемый цветной мусор, который накапливался здесь, судя по всему, не один год. Участники субботника высказали пожелание, чтобы после них здесь продолжила работу техника, убрала то, что человеческим рукам не под силу. Тогда территория, прилегающая к театральному скверу, преобразится еще больше, и, возможно, это подтолкнет жителей многоэтажек ценить сделанное для них и поддерживать здесь порядок. Сергей Василевский, Ирина Микеда, Щелковское телевидение.